Всем привет, господа, с вами снова Мистер Чизер, и я продолжаю проходить игрушку под названием DMC, Devil May Cry. Что ж, пошли на следующую миссию без глазой, но, сначала прокачаем что-нибудь. Гроха, это раз, два, пауза, потом третий удар классный, давай. Причем, по максимуму вкачаем это умение. Так, я золотую сверку купил, да, подожди, а что нам надо для того, чтобы крест прокачать? 3500, понял. Пока что не располагаем такими суммами денег. О, кстати, вот, перчаточки тоже там демонстрируют в окне загрузок. Типа, как можно раздавать пиздулей налево и направо перчатками? Ну, при условии, что у вас все прокачано. Эти летающие ублюдки украли мой глаз. Они постоянно мучают меня. Я не могу уйти без него. Я заключен здесь навеки. Верни мне мой глаз. Я отведу тебя в башню. Казалось бы, при чем тут глаз? Но не все так просто. Он может видеть только этим самым гребаным глазом. Сюда! Летающие твари! Ну же! Иди, иди, следуй за ними. Найди их гнездо. В смысле за ними? В какую сторону? Прям за ними? Я просто уже не помню всего этого дела. Так, теперь выливайте, я понял. Ну, теперь я вас не отпущу просто так. Сюда идите. Вот так, покажите дорогу. Так, душ тут нет никаких. А то, зная геймдизайн этой игры, тут все вполне возможно. И души, и ключи. А, ясно. Маленькие ублюдки. И все, что хочешь, может быть. О, кстати, мне туда надо. Ну-ка, кстати, надо. Желательно бы туда попасть. Ну-ка, подожди. Так, а Сири заряжена. У нас пока что ничего другого нет. Оп. Да, блин, а... О, ты что, нихера себе, а как? Где я? Игра, где я? Что я тут делаю? Так, стоп, а как мне туда? Там вон дверка. Стоп. Я очень хочу туда, но я не могу. Мне нужна какая-то устойчивая платформа. Ну блин, а как туда попасть без платформы? Вот у меня всегда был такой вопрос интересный, знаете ли. Как попасть куда-нибудь без платформы? О, пригодится. Хотя я стараюсь ими не пользоваться, ибо они мне счет урезают. Финальный. Но постараемся ими не пользоваться. А вот и ты. А можно мне назад? Не, ну как-то ж можно это делать? Ну так я не думаю, что это сработает. Надо стоя делать это все дело. Ладно. Не будем сейчас зацикливаться на дополнительных всяких приколах. Просто пойдем по сюжеточке. Иди ближе. Чу-чу. Мадафака. Веселый поезд, да? Я бы на таком точно бы не поехал. Слишком уж я не верю таким поездам. Летающие мрази. Мрази. Летающие мрази. Иди сюда. Да мне насрать. Так, а если мы зарядим это как надо? Сюда иди. Я с тобой церемониться не хочу. Так, стоп. Блин. Там раз, два, потом была пауза. Да, вот так. О, точно ж. Там же можно подкидывать. Стой, 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 стой. Тебе наверх. Ха-ха-ха. Стоп, тебе тоже наверх. А, не, не сейчас. Жаль. О, молодцы. Так, тебя только... Да ёкарный бабай. А? Ты что, сумасшедший, что ли?
А, ну хотя да, их можешь подцепить. Стой, 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 ребят. А, как больно-то, ё-моё, ни черта не понимаю. Тебя надо сначала завалить, ты больше всех бесишь. Потому что ты убиваешься только одним видом оружия, и мне это напрягает. А кругленькой херни у меня до сих пор нет. Отлично. А теперь подошли сюда, молодые. Стой, 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 стой. Тебе наверх. Там даже, кстати, ачивка вроде как есть. Ну как бы убить при помощи объектов. А ну-ка, иди сюда. Каман, каман. Тебе на... Блин, ну блин, слишком мощные кулачки. Слишком много урона наносит. Так было бы еще круто, круто их бы добить. Так, стоп. А, минуточку внимания, господа. Тут где-то тоже секретки должны быть. Ну, он как минимум ключ. Можно... О, хилочка. Можно вопросы, как туда попасть? Мне очень хочется, очень. Прям пипец, как хочу туда попасть. Напомните, пожалуйста, как... Может быть, тут надо где-то пройти? Да, смотри-ка, что-то такое есть. Я просто эти уровни все вдоль и поперек уже как-то в свое время излазил, но... Банально, сейчас не помню, где что да как находится. Потому что это было, блин, в 2013 году, это было 4 года назад. Естественно, я не помню, где находятся все сферы, все ключи. А раньше я прям... Без всяких ютубов и так далее. Сам находил все. Вот серебряный ключик есть. Так, у нас есть получается... Нет, не так. Серебряный и золотой. Платинового нет, да? Медного даже нет, прикиньте. Самого бичевского ключа и то нет. Медяхи. Ладно, найдем где-нибудь. Просто медные двери встречаются повсеместно. Их даже особо искать не надо. Они везде. Как говна. А вот золотые там, или тем более серебряные, или там платиновые, или как они там называются, вот их надо поискать, не все так просто с ними. Ой, давай без этого. Вы же легко уничтожаете с обычными пистолетами, Эбони Айвори. Эбони Айвори — это вообще оружие, ну такое. Почему не работает? Во. Ну блин, я думал, он уничтожит эти все коконы. Я не знаю, тут... Не всегда эта фигня работает. То есть надо реально вжимать по-жесткому две кнопочки, и тогда, ну, может быть, заработает. И то не факт. А, блин, камера, камера, камера. Давай без херни. Так, очка прокачки нет. Ну ладно, идем дальше, значит. А ну, тварь, идите сюда. Я с вами не договорил. Еще один! А, ты просто уничтожаешь сам себя, да? Красава. А мы тут душу освободим. Так, о! Секреточки! Ага. Ну, поехали. Почему бы и нет? Это, напомню, серебряное испытание. Доберитесь до цели за отведенное время. Поехали! Мы это могем. Но тут, кстати, музычка не такая крутая играет, как в прошлом испытании на время. Ну, прошлое испытание на время было бронзовое, хотя музыка там была крутая. Поехали. Ну, испытание такое, да, на серебро тянет. То есть несложное. Ну и легким тоже особо не назовешь. Немножко надо думать, что где как делать. Давай, цепляйся. Оп. Ну такое, да, серебро. Реально, испытание на серебро. На золото там, наверное, будет, наверное, вообще так надо будет предиктить просто каждое вот это вот
платформу и так далее, типа реально знать, где что находится. О, сейчас, кстати, мне вроде хпшка повысится или нет. Да, крест здоровья. Еще плюс 10 хп. Больше хп богу хп. Отлично, не зря прошли испытаница. Как раз таки крест получили цельный уже. Так, вы летающая тварь, я сам еще не закончил. Сейчас только коконы поломаем. Все-таки там чуть-чуть красных сфер, ну, содержится. Гнездо. Там. Должно быть оно там. 955, 58. Ну, блин, три штучки. Ты можешь немножко точнее стрелять? Вот, так-то уже лучше. О, тут я помню это место. Сейчас будет клево. Отвечаю. Сейчас будет клево. Ну, тут стеклышко, во-первых, будет ломаться. Поэтому надо в центре держаться. Но будет круто. Сейчас будет махач хороший. И тут вроде, кстати, где-то еще есть дверь с испытанием. Как раз таки в этой локации. А, да. Вот почему. Сюда иди. Есть. А вот и глазик. Ну давай. Если кишка не тонка. Засада. Летающие ебланы. Ай! Сказал, как отрезал. Но на самом деле с ними не очень приятно воевать. По одной причине, они вот такие твари. На! А! Ну сюда идите, алло. Давай, вставай. Чёрт! Блин, я вас не люблю всем телом и душой. Всё. Надо выбираться с крыши. Ё, мама. Не люблю этих летающих тварей. Ой, хорошо бахнуло. Да иди сюда, ты тварь. Опа! Самое время. Сюда иди. Блин, да я ж нажимаю кнопку уклонения, в том-то прикол. Да блин! Как же вы меня бесите? Вот в четвертом DMC меня бесили очень. Очень бесили твари вот эти вот в плащах или как они там. Ну, короче, вы помните, да? Если играли в четвертый DMC. О! Я думал, тоже все. Ну такие, знаете, они такие пальчик доставали и пальчиком этим тебя протыкали. Очень бесили меня в 4-й DMC. С одной стороны, они легкие, с другой стороны, типа, да какая тварь неприятная. О, пойду хпшку заберу. Ладно, не заберу хпшку, хорошо, хорошо. Не хотите, чтобы я ее забирал, так и быть. Так, стоп, а куда я могу? Платформа 2, платформа 1. А куда мне надо? Подожди. Way out. Стоп. Не, я, конечно, могу в любое место пойти. Это я вроде как знаю, да? Давай сюда сначала. Тут душа вот, например. И тварь. Осколок. Или как он там все называет. И вы свободны. Заблудшая душа освобождена. Да, смотрите, хоть и пиратка, у меня все равно ачивки идут. Так. Way out. Ну, наверное, на way out надо, но я пока что пойду на платформу 1. Или я туда пришел? Нет, я бы тут душу забрал. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Фух. Не люблю эту скотину. Не, конечно, в гарпии больше не люблю. Потому что они бесят прям. Прям реально бесят. В том плане, что хрен завалишь. И вроде как жмешь вот это вот. Вот эту вот кнопочку уклонения вроде как сжимаешь прям по КД, все равно не всегда работает. Так, мне на выход. Пожалуйста. Ну, вроде хпшку даже чуть-чуть пополнил. Так, еще 3 звездочки есть, на всякий случай. Так, очков навыков нет. Не получил. Да, давай без этого, пожалуйста. Вы же легко уничтожаетесь обычными пистолетами.
даже не смешно. На работе, в школе и дома. Не, ну за них очки навыков дают, почему нет? О, только не собаки. Вот вас я, твари. Да блин, дайте увернуться-то хотя бы чуть-чуть. А вас можно будет подкинуть, кстати? Ох, это что за хрень была? Да блин, это просто жопа. Буду вас Осирисом месить. Осирис хорошо вас месит. Он, конечно, мало урона наносит. На! Тысяча порезов, сука. Вот так-то уже лучше. Давай. Тысяча порезов никто не отменял. Да ты что, охренел? И третий удар, самый жесткий, скотина. Как я вас не люблю. С ними просто неприятно сражаться, понимаете? Вот просто неприятно. Так, а тут я выйду или нет? Или сейчас опять будет поезд? Чу-чу! Не, походу придется назад по тому же монорельцу идти. Ну ладно. Чё поделать? Гребаные собаки, я вас не очень не люблю. Они много хп просто сносят. Так, а как-то туда все-таки можно попасть? А, ну да. Стоп! Что это, амнезия? Я ж там уже был. А сами подойдете. А, ну до свидания. Вам нравится там умирать? Environmental еще засчитывается. Типа, от окружения убил. Быстрее, 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 быстрее. Заряжай, отлично. Ну вот, уже очко навыков есть, кстати. Наверное, благодаря гребаным собакам. Как я их не люблю, это просто пипец. Как же они больно бьются. Так, ну на самом деле бэктрекинг очень неприятный. Я думал, мы с этой херней закончили. Это жучки ползают, я их слышу прям. Я думал, в четвертой части уже поняли, что бэктрекинг это плохо, но нет. Видимо, всем насрать. Вот это, кстати, будет сейчас жесткая драка. Кстати, мог бы их посносить тоже, почему нет? Оп! Я сюда, пожалуй. А ты давай беги через своих дружков. Да блин. Не, я сначала жирного хочу убить. Давай, 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 давай. Давай, жирный. На! А потом вас, ребята. Ну, то есть еще порезов тоже никто не отменял. Вот так-то лучше. Отлично. Ты, значит, тактика. Будем по тактике работать. По крайней мере, мне так кажется. Так. Там я был? А, смотри-ка, тут у нас появилось это. Как оно называется? Но все равно это не заработает. Блин, а как мне это сделать? То есть у нас тут пол появился, наконец-то. Дожились. Там душа просто. Я не хочу так это просто... А, тут, наверное, нужно эти... Ну, либо как-то зацепиться на текстуре здесь надо, ну, в смысле, багаюзанием заниматься. Либо взять вот эти вот кругляшки. Ну да, не получится на текстуре зацепиться. Иногда просто в таких вот местах получается за текстуру зацепиться. Ну, короче, нам нужно другое ангельское оружие. Спойлер, будет еще одно ангельское оружие. Привет. Я глазик принес. Глаз. Мой глаз? Да. Он у тебя? Правда?
Я вижу. Я могу видеть. Данте. Ты знаешь меня? Нет. Я знал твоего отца, Спарду. Я вижу его в тебе. Спарда был демоном, а я не такой. Разумеется. Ты нефилим. Это я тоже вижу. Кто ты такой? Финиас. Ученый, изобретатель, пророк. Демон. И до этого момента пленник Мунтуса. Я благодарен тебе. Это не услуга. Ты сказал, что отведешь меня к той башне. Конечно, мой друг. Конечно. Сюда. Главное, в темный переулок не завели меня, старый извращенец. Ладно, миссия выполнена. Конечно, много я здесь получил по лицу за свою неосторожность. Но, тем не менее... Душ много нашел. Ну да, вот ту одну душу я не возьму, пока у меня не появится еще одно ангельское оружие. Да, предмет использовал. Но все же, ранг С. Очень даже не дурно. 2 очка навыков. Круто. Но, в принципе, давайте на этом моменте закончим с данным видосиком и с данной миссией. Продолжим уже в следующем видео. А пока что на этом все, господа. С вами был Мистер Чизер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте по ссылочке в описании. Переходите, буду всем там рад. А на этом все. С вами был Мистер Чизер. Всем удачи и всем пока. Еще увидимся.